Всем приветики, ребят. Привет, Якутск. Дальнегорск, привет. Дорогие друзья, чтобы вы понимали, домой так пока и не поехали. Спасибо, Ташкент, привет. Привет, 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 привет. Я только недавно встала. Как дела, рассказывайте? Дела нормально. Да. Украина, привет. Кстати, вопрос хороший. Почему я на работе? Удивительно. Кировоград, привет. Кировоград, кстати, это тоже мой родной город. У меня мама из Кировограда. И детство тоже наше прошло в Кировограде. Я надеюсь, Кировоград это тот, который Украина. Ребят, представляете, сегодня уже последний день лета. Лето пролетело как один день. Да, во время отпуска я буду, конечно же, выходить в прямые эфиры, естественно. Кукусики. Попов. Никита Попов. Привет. У нас ничего не случилось. Ебаров. С кем Ебаров? Извините, а что входит в... Много чего входит, и эфира не хватит, чтобы вам рассказать, чего там входит. Ебаров? Ебаров... Узнаете, упадете в обморок. Смотрите эфиры. Ебаров нашел себе тоже вторую половинку. Как бороться с похмельем? Не бухать. И не будете никак бороться. В Кировограде была давно. Давно была. Очень давно. Боюсь даже вспомнить, когда я там была последний раз. Лет, наверное, 15 тому назад. Сочи, привет, 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 ребят, привет. Екатеринбург, привет, который в армию забрали, вернется. Ну, обещала вроде вернуться Яна Березова. Я поняла. Передайте моему сыночку привет. Привет вашему сыночку. Передаю огромный. Ларченко при... Нет, не приперлась. Я вообще дома бываю. Вчера я говорила, что моя мама видит меня чаще в прямых эфирах, чем дома. Не за что. Любите узбекскую кухню? Да, я люблю узбекскую кухню, но только не баранину. Я баранину терпеть не могу даже на запах, не то что ее есть. Вы знаете столицу Татарстана? Уфа или Казань? Нет. Тортик, пьяную вишню кушать и похмелья. Чтобы не страдать похмельем, лучше не колдырить вообще. Имейте в виду. А если вы колдырите, то колдырьте в меру. Как говорится, этот... А, Уфа это Башкирия. Ну, значит, я не знаю. Казань. Ну вот, я говорю, Уфа или Казань? Значит, Казань. Ну, все равно что-то в голове еще имеется. Шабарин, наверное. Нет, Шабарин не ушел, у него отпуск. Сейчас же, видите, лето, сезон, лето. Все же хотят, пока летние деньки, быстренько в отпуск сдымбрить, успеть все и, как говорится, потом на зимовку. Слушайте, ребятки, что я хотела там трындела вам? Ладно. Казань, Казань, хорошо. Казань так Казань. Этот... по поводу узбекской кухни. Я...
Ну ладно, в общем, я узбекскую кухню обожаю, но баранину терпеть не могу. Это не мое. Добрый денечек. Всем добрый день. Значит, что хочу сказать, друзья мои. Полночи я думала, как я буду справляться с диетой. 9 на 12. Плов люблю. Я же как-то даже в прямом эфире своем рассказывала рецепт плова. И украинскую кухню люблю, да. Рассказывала рецепт плова. Только плов люблю из курицы и из телятины. Привет, привет, Воронеж тоже, приветулечки. Обычно я в субботу выходная, но так сложилось, что мы вчера домой не поехали. Котятки мои, рыбки мои ненаглядные. Что за диета? Значит, диета в белорусскую кухню нет, не пробовала. А что там за кухня? Там одна картошка. Помните мою историю про собачку Шабарина? Огонь! Все до сих пор ее вспоминают, эту историю мою. Это ж только я могла на лету такое придумать. Я не знаю. Нет, у меня губы не накачанные. Да, вкусный плов из говядины. Смотрите, ребятки. Нет, свои, свои. Захарьяш ушел. Куда он уйдет? От него теперь не избавишься, от этого Захариша. Смотрите, сегодня эфир «Естественные отборы» в 23:00. Вы узнаете, кто уйдет с проекта. Киткат, хлеб, все дела. Киткат, хлеб, сгущенное молоко. В общем, у меня диета особенная, но спасибо большое. Как Алена отнеслась? Да как Алена отнеслась? Алена же вчера в прямом эфире сказала, как она отнеслась. Никак. Не-не, не накачанная. Угу. Где ногти делаете? Кто скоро придет к нам? Приезжает мастер сюда из Останкино, делает ногти. Здрасте, здрасте, здрасте. У вас этот. У вас же выходной сюда. У нас уже вообще, по идее, отпуск. С 1 по 15 мы в отпуске. Но, как видите, мы еще на работе. Работа не отпускает. У меня даже есть хэштег такой. Я люблю свою работу. Так, диета, значит, 18. Как там было? 16 на 8. 8 часов ешь, что хочешь. Эта диета у Натальи Варвиной в актуальных сохранена. Я ее как-то давненько там просматривала, но как-то не решилась. Но теперь, думаю, надо, ибо скоро я в двери не влезу. Татьяна Владимировна, конечно, она не только с Василисой, она и с Богданом сидит. Естественно, это же ее внуки. Да. Скоро начнется, что Шабарин съел собаку. Вам бы на радио работать, да. Ну, скажите, котятки. Так я же говорю, котятки, рыбки мои ненаглядные. Почему Алену жалко? Не надо жалеть Алену. У Алены все прекрасно. Я думаю, что Федя очень любит... кого? Нет. Я думаю, что Федя любит стецвят. А Славка где? А Слава с 1-го числа выйдет. Не надо Мандазира убирать. Мандазир потрясающий парень. Хочу на проект к Славе. Так напишите Надежде Ермаковой и все, и скажите, что вы хотите к Славе. Да, я сегодня собрала, ибо уже прическа не того. Я гречку уже видеть не могу. Я как-то худела на гречке.
Значит, смотрите, ребят, эфиры шоу «Бородина против Бузовой» как были, так и будут. Шоу в отпуск не уходит. Наша команда уже постепенно, поэтапно все побывали в отпуске. А мы остались с Татьяной Светловой, которые еще не были в отпуске. И вот мы уходим. А снимать шоу так и будут. Зачем Милена сделала себе грудь? Она хотела, поэтому и сделала. На проект можно попасть до 28 лет, по-моему. Но исключения бывают, конечно же. Да? На каких печеньях вы худеете? А ну-ка, подскажите мне. Стацевят сейчас ни с кем. Она в отпуске же тоже. Нет. Да, вот я буду заходить, конечно же, в прямые эфиры. Что у вас висит на шее? Пропуск. Пропуск. Приветики. Черновцы, привет. Смотрите. Шабарин никуда не ушел. Шабарин отдыхает. У Шабарина отпуск. Не переживайте, все под контролем. Ой, я не знаю, много людей задействованы в съемочном процессе, это ж вам не шутка, это ж вам не просто так с одного телефона снять все. Спасибо большое, а что за девка пришла, кроме Макеева? Спасибо за внучку. Кроме Макеева пришла девушка. В эфире все увидите. Ну, как пришла, так и ушла. Ничего страшного. Два печенья в середине... по поводу Билайт, да, я знаю, что Надя... Надя даже мне скидывала тоже ссылку, кого она брала. Я списалась с этой девушкой. Надо тоже попробовать, правда. Но надо брать только у нее. Ибо везде ж кругом все подделки. Не знаешь, на что нарвешься, понимаете? Крым, огромное спасибо вам тоже, большой привет. Где Ебаров? Как где Ебаров? Ебаров на проекте на островах уже давным-давно. Как, почему мало сидит с Василисой? Это кто вам такое сказал, ребят? Я не понимаю, откуда такая информация у вас берется. Почему сегодня Захарьяш снова говорил про вас? Сереженька получит у меня. Что он там опять трындел про меня? Краснодар, привет. Сколько у вас отпуск дней? 2 недели. Она так любит соску. Да, она за соску продаст все. Я ей говорю, отдай соску, она говорит, нет. Она даже с соской разговаривает. Я даже не... И я еще пытаюсь что-то понять и понимаю. Я даже не представляю, как так можно. Спасибо. Пригласите в видео Сергея или Яну. Они что, здесь? Сереженька у меня вот доиграется... Нету никого здесь сейчас из участников, они все заняты. Да, надо ей... Но я ей писала, я не буду про это говорить здесь. Кто скучает по мне? Этот Серега Захарьяш, мы же с ним в четверг виделись. Даже, по-моему, что-то снимали. Да, я буду выставлять поэтапно, у меня много материала с ребятами. Поэтапно буду все выставлять, чтобы во время отпуска хватило мне благодарства. Как вам Иванова Настя? Нормально, спокойная девочка. Ничего плохого сказать не могу. Я вообще ни про какого участника ничего плохого сказать не могу и никогда не говорю. Я их всех очень сильно люблю. Вопрос я вижу этот ваш, только я не понимаю, почему, как боли. Она одна пока, да.
А с чего вы решили, что Татьяна Владимировна мало сидит с Василисой? Татьяны Владимировны вообще не было 2 недели, она только приехала. Да, Настенька уже скоро приедет обратно на проект. Она же в отпуске, она в Киеве домой поехала. Уманский вас разочаровал. После этого Уманский очень сильно заболел. У него температура 38, он никак выкарабкаться не может. Видать, из-за того, что Настю Кристину обидел. Вы кто? Я не человек. Не надо мне замуж, я уж там была 2 раза. А вы спросите у Лешеньки Кудряшова, вернется он к Балинской или нет. Я откуда знаю? А Рома я... А вот вы вчера не были у Алены в прямом эфире? Алена там все рассказывала про себя и про Рому. Это точно. Татьяна Владимировна, цены нет. Здрасте. Здрасте, здрасте. Уманский такой зануда. Ну, на вкус и цвет товарищей нет. 2 раза, 2 раза. Бог любит тро... точно. Ребят, не знаю по поводу... Если не секрет, где будете отдыхать? Пока вопрос остается открытый. Для меня дома тоже отдых. Я вот это вот дом 2 фишечки. Какая дочечка? Вы что, издеваетесь надо мной? Я вам что плохого сделала? Гудермес, привет. У Захара и Яны у них все потрясающе. Захаряш говорит, что вы единственная, кто ему... Чего? Единственное, кто ему нравится и его не... У меня же даже речи пропал. Что он там несет, Серега? Ребят, ну вы что думаете реально, что я вам скажу, кто ушел на голосование до эфира? Ну, странно. Оля Бузова будет через неделю в эфирах. Привет, привет, привет. Добрый день. Что-то с габаритными не поняла. Спасибо большое, шоу ББ. Обожаю. Спасибо. Дом. Нет, ну мы с ними, конечно же, очень дружим, с Дом 2, вот истории вот эти вот. Я даже все время я не могу их произносить. Что за группу назвали? Как можно было так назвать группу? Ну да ладно, не мое это дело. Привет с Мегиона у нас. Поздравляю. Поздравляю. Я бы отправила своих детей на Дом 2. Почему бы нет? А что в этом плохого? На, они все время ржут надо мной. Спасибо большое. С кем сейчас Федя? Кристина Церковная уйдет по-любому, если иммунитет не достанет. А почему Кристина Церковная? Она что, номинирована? По-моему, она не номинирована. У меня один сын, ему 20 лет, и одна внучка. Разберитесь, Сергей. Я смотрю, вы ярые поклонники Сереженьки Захариша. Зачем мне с ним разбираться? Я ему... Ладно, мы разберемся с Серегой. Вас 2-й день. Вы... Спасибо. Самара, привет. У кого не... Да, есть. Внучке год и 10 месяцев. Угу.
А, точно, церковная достала черную метку. Точно, точно. Германия, привет. Люнинбург. Почему Брянская ведет себя так с Шелюковым? Ну, они друзья хорошие. Почему бы так себя не вести с друзьями? Они очень дружат, поэтому она так себя ведет. А что в этом плохого? Ух, церковные покасики. Кто из участниц похож на вас? Кто из участниц похож на меня по характеру? Не знаю, может быть, Таня Строкова. Не знаю. Яночка, привет, детка моя. Тут мне говорят, Сереженька, а чат опять что-то там утром трындел про меня. Нет, мы не поклонники Захариша, мы просто вам доносим, что он про вас несет. Спасибо большое. Да, я вижу, что Яна зашла. Яночка, ты передай там Сереженьке, что за ним везде следят. Мои фанаты. Ларченко вернется на проект? Зайдите, пожалуйста, к Марго и посмотрите в сторис. Она выставляла буквально позавчера, что она не хочет возвращаться на телепроект «Дом-2». Откуда я знаю? А, так вот, Ян, пока ты отошла в магазин, Серега вышел в прямой эфир. И, видать, опять там что-то нес не то. Мы с выходными, у нас все нормально. Вообще мы в отпуске. А, понятно. Я поняла тебя, детка моя ненаглядная. Куда в отпуск? Не знаю. Пока надо еще выйти с работы. Еще все никак пока не можем выйти. Но мы же никого не приводим. Ян, мы еще не уезжали отсюда, ты представляешь? Добрый вечерок. Вы эфиры снимаете новые? Да, конечно. Да. Ян, в общем, со вчерашнего дня мы еще никак не можем уехать. Яночка, ты думаешь, у нас что, просто такая работа вот с вами? Почему, когда я захожу в прямые эфиры, начинается вот эта история с зеленой соцсетью? Когда будет шоу, не знаю. Илья, здравствуйте, мой дорогой ненаглядный. Очень рада вас приветствовать, что вы ко мне заходите в прямой эфир. Добрый день. Сергей Захарьяш вчера в своем прямом эфире сказал, что из своего гарема девушек он всех пристроил. Ребят, я вам здесь отвечаю на вопросы, которые вы можете просмотреть и не задавать мне у ребят в прямых эфирах. По гороскопу я дева. Правильно, Захарьяш и Яна покинули проект. Да, поэтому сейчас Яна дома у себя перевозит мебель с одной квартиры на другую, чтобы жить уже с Сереженькой на квартире нормально. Похоже, характерами со Строковой, так как она тоже руководитель и очень авторитарна. Возможно, ну. Скажите правду, что вместо Шабарина и Розы неправда. Ян! Ну, правильно же я говорю.
Наташа, что вы несете? Я несу то, что надо. А ты занимайся там с грузчиками со своими. Перевози Серегу от Барзикова к себе домой. Да, у меня есть еще материал со свадьбы, я еще не весь выставила, конечно же. Не знаю, где Глеб. Когда я шутница еще та. О-о-о! Интригантка и, в общем, авантюристка. Когда у меня день рождения, 12 сентября. Здрасте, здрасте. Так вот, зря вы так говорите, если вы хотите какую-то информацию для себя усвоить или узнать о тех или иных участниках, вы заходите почаще к ребятам в прямые эфиры. А я вас обожаю, Ян, ты же знаешь, тебя вообще с первого взгляда полюбила. Захарьяш ушел, конечно же, он ушел. Смотрите, Янка уже вон там с грузчиками перевозит его от Барзикова к себе домой. Грузчиков заказала, машину организовала. Пока ее суженый в парикмахерской стрижется, она все эти дела разруливает. Они окончательно, естественно, покинули проект. Нет, я работаю на шоу «Бородина против Бузовой» 2 года. Он стрижется сейчас, Сереженька. Неправда, что Рома и Марина уходят. Нет, неправда, я не знаю, откуда эта история происходит. Это неправда, я отвечаю это все время у себя в прямых эфирах. Сереге? Ян, я знаю эти истории организовать, особенно для Сереженьки. Да, это мои ногти. Господи. Спасибо большое. На выходные. Я не знаю. Честно говоря, ребят, я не знаю, чем я буду заниматься. Вообще, я могу сказать одно, что я не умею отдыхать. Так, как вы 2 года работаете, если проект УББ год исполнился? Но до шоу «Бородина против Бузовой» было просто шоу. Просто ток-шоу «Остров любви» и «Разбор недели». Вы не помните этого? Вот так вот. Я эфиры все сохраняю, да. Здрасте. По поводу... Все, ушла до... Покасики. Сереженьке привет. Хорошего вам дня. Смотрите, в отпуск мы уже ушли в отпуск. Спасибо большое. Чего я там трындела, господи, уже забыла столько вопросов. Скоро мы поедем домой. Дома бываем, да. Спасибо за совет. Надо предложить так сделать. Запереть их. Здрасте, здрасте, здравствуйте. Ну и пусть говорит про меня. Как вам пара Мондезир и Юля? Прекрасная пара. У меня один сын, ему 20 лет, и одна внучка. Нет, я не шутила. Мое личное мнение, что у Феди есть чувство к Насте Сыцвят, а у Насти к Феде. Люба ушла с про...
Попов.Никита.Попов. Интересно, кто же уйдет? Федя себя ведет потрясающе. Везде, и на поляне, и на острове. Прекращайте. Похоже, у вас... Ребятки, я вот не знаю, после чего вы делаете такие выводы. Я всегда же вам говорю, вы же не первый раз у меня в эфире, что я люблю всех участников без исключения, но есть отдельные персонажи, к которым я отношусь особенно. Вы же это все помните, вы же не первый день у меня. Я-то знаю, я-то помню. Яна, которая ушла в армию по фамилии Березова, понятия не имею, вернется она или нет. Когда она уходила, она обещала вернуться. Все верно. Можно лайк от вас? Можно. Попов.Никита.Попов. Вот вы прям в десяточку попали. Сегодня увидим, думаю, что Мандезир. Молодец, Никит. Это Рапунцель и мои... Так, Рапунцели не берем в счет, потому что Рапунцели – это отдельная история по поводу меня и Рапунцели, вы же знаете. Просто семью Рапунцели брать не будем. Это история отдельная. Семья Рапунцели для меня – это вам не шутки. Я не могу вам этого описать, дорогая вы моя. Не могу. Не могу. Рассказываю. Никто не уйдет из... Смотрите, вчера Алена была в прямом эфире ночью. Нет, еще не уехали они в отпуск. А Алена показывала тату. Там, значит, написано у Ромы, по-моему, имя Алены, а у Алены написано имя Ромы. И также хэштег «Алена и Рома вместе навсегда». Я не знаю, может быть, у Феди характер такой, поэтому он не признается. Может быть, чего-то остерегается, но, наверное, есть на это причины. Еще будет черная метка, конечно же, будет. И метка черная будет, и иммунитет будет, все будет. Как попасть на Дом 2, пишите Надежде Ермаковой. А как надолго, это все зависит от вас. Спасибо. Никита Шулюков пока не придет, потому что у него много работы за периметром. Италия, привет. Благодарствую. Так спрашивают про Алену. Я и отвечаю, что у них там на тату. А, сейчас ССЛ показывают, да? А сколько времени, что ССЛ показывают? Попов.Никита.Попов. Меня хотят ведущим взять на ББ? Потрясающе. Это потрясающе. А да нет, не встречались они, когда Алена была в декрете. Это, думаю, не так. Вы считаете реально, что я отвечу на вопрос, кто, по вашему мнению, халявщик на проекте? Глубоко ошибаетесь. Так, подождите, тут вот Никита Попов, точка, Попов, точка, опять Никита Попов. Я дико извиняюсь. А кто хочет вас взять ведущим на шоу ББ?
У участников нет зарплаты, у них рекламные деньги. Приветики. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Прямо вы меня заинтриговали этим комментарием. Попов. Помните, я вам обещаю, помню. Спасибо, жду. Мы никого, ребят, не возвращаем. Я тоже так думаю, что Попов Никита, точка Попов Никита, он шутник еще тот. А, бабушка, приветус, о чем вещаем? Я не знаю, когда Витя вернется, понятия не имею. Значит, ребятки, по поводу денег, зарплаты и так далее. Значит, получается, что нужен ведущий на ББ. Первый раз об этом слышу. А кто крестная Василисы? Приехали. Понятно. Мне Захар пишет, зовет на... Ну-ка, срочно в директ мне напишите, рыбка моя не на... нижнее подчеркивание 48. Срочно! Привет, Бийск. Наталью, распусти волосы, так лучше. Прическу, как говорится, пока лучше так, с заколотыми будут. Господи. Диета у меня пока не началась. Я диету с понедельника начну. Все дело в том, что у меня такая история. У меня все наоборот. День-ночь. Чем занимаются участники сегодня? На поляне все. Друзья мои, я вот вижу здесь у меня новые. С какого понедельника? С этого. Я планирую с этого понедельника начать диету. Строго. Строго я должна скидывать в день по 1,5 килограмма. Нет, у меня нет. Короче говоря, ребятки, кто первый раз у меня в эфире, рассказываю. Про ведущих я не разговариваю. Ведущий – это статус неприкосновенности. Лиза! Ты здесь прекращай мне эти истории писать. Напиши мне, пожалуйста, в директ. Конечно, надо идти. Я люблю детективы. Нет, нет, я очень сильно поправилась. Вы что, друзья мои, вот эти руки, гляньте. Это ж просто ад адовый. Посмотрите. Так, значит, вот это вот Лиза, 48, нижнее подчеркивание. Давайте сейчас в директе спишемся, я попозже выйду в эфир. Ребят, всех целую, покасики. Походу, в отпуск мне не получится уйти. До скорой встречи. Ну-ка.